пока людей мало, можно еще птичек услышать. Всем доброе утро. Купи ей цветы. Какая-то рекламная акция. Не знаю, если честно. Не, может быть, это только мое мнение, скорее всего. Но, честно говоря, я не понимаю, что с этими цветами потом ходить по Лазарскому. Что с ними бродить. Зайдешь в какое-нибудь кафе посидеть. Тоже их надо куда-то поставить. Просто идешь. В общем, наверное, я странный. А в Лазарском утро. Здесь в парке легкий ветерочек ощущается. Ну, такой легкий, приятный. И уже хорошо так припекает солнышко. Людей практически в парке еще нет. Пойдемте на море. На море все и увидим, все и узнаем. Ну, касаемо температуры воздуха, естественно. Я так думаю, что сейчас нормально должно быть уже так. Градусов 25-30. Ну, а потом будет еще лучше. Все, пока временно приключаюсь. Выключаюсь, точнее. Вот так вот и должно быть. Приезжаешь и прям сразу с чемоданами пешочком да на море. Тут недалеко до моря. На площади появились вот эти вот всякие бильярды, столы, аэрохоккей, вот я смотрю, детвора занимается утренней гимнастикой. Сейчас много ребят приехало из других городов, там какие-то танцевальные конкурсы, что ли, у нас в Лазарском. Все такое. А с моря дует ветерочек. Я не уверен, что они очень хотят заниматься сейчас вот этими гимнастиками. Сам не хотел в свое время. Никогда. Им бы сейчас на море куда-нибудь, да? Но занимаются. Так, в кассах на теплоход собираются люди. Температура воздуха, согласно вот табло за моей спиной на здании Павла номер 3, плюс 24 градуса. Скоро, вероятнее всего, будет какое-то путешествие морское. Людей на пляже уже нормальненько. И я понимаю, что камера особо не приближает. Тенечки никто не хочет лежать, а вот там вот дальше очень даже нормально людей. Несмотря на ветерок. Море, в принципе, спокойное, нормальное, красивое. Практически прозрачное. Сейчас глянем, что с той стороны. Та же самая история. Та же самая история. Люди приходят, загорают и плавают. Вот такое вот утро. Нынче в Лазарском. С ветерком. Назовем его вот так. Кто-то поедет сейчас в море. У кого-то будут утренние приключения. Может, даже дельфина увидят. Все может быть. Все, всем доброе утро. Всем пока. Привет из Лазарского.